Всем привет! С вами Китай Маркет. Посылочка с Алиэкспресса. Получила рубашку. Раньше открыла. Не было терпения увидеть, что пришло. Хочу похвастаться, показать, какая рубашечка. У продавца на фото мне очень понравилось. Описание было: хлопок стопроцентный. Отзывы были очень хорошие этого продавца, поэтому решилась у него купить. Значит, вот были на таких застежках. Вот так, и все пристегнуто. Материал на самом деле хлопок. Чувствуется немного синтетики, но немного. Воротничок вот полукругом идет на пуговицах. Пуговицы очень хорошо пришиты. Пошив очень аккуратный. Запаха вообще не присутствует. Есть эмблема. Элочка, размер элочка. Я заказывала элочку. Как бы так на взгляд должно быть как раз. Но я померю. Я еще ее не мерила. Значит, на рукавах две пуговицы. При желании можно сместить их местами. Тоже все аккуратно, красиво пошито. И сзади, значит, вот такие как выточки подшито. Спереди выточек нету. Хотя бы не помешало бы как бы для груди, чтобы хорошо, красиво стояло. Очень классная рубашка, мне очень понравилась. У продавцов их разные расцветки есть. Я буду заказывать и другие. Это было первое, как бы я попробовала, хотела оценить качество этого товара. Я оцениваю на десятку. Ставлю класс. И если вам понравилось, тоже ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, не забывайте, советуйте вашим друзьям. Ну, на сегодня все. Всем спасибо, пока-пока.